Друзья, привет! Вы на канале The Kyiv Life. И сегодня у меня новое видео по ремонту, ну или профилактике печки, моторчика печки. Он начал подыхать, ну и сегодня уже сдох, можно сказать. Крутился только на четвертых оборотах, на максимальных. Вот, сейчас покажу, как его снять. И что там надо смазывать. Первое, что нужно сделать, снять можно эту крышку. Просто отщелкиваем и тянем на себя. Все, крышка снята. Для того, чтобы вытащить моторчик, нам необходимо снять педальный узел, тормоз и педаль газа. Снимаем включение задних фонарей. Для этого просто поворачиваем и отщелкиваем, вытаскиваем. Дальше вот здесь есть клавиша. Просто ее нажимаем и тянем. Все, кнопка снята. Дальше снимаем вот эту фишку газа. Для этого просто поднимаем ее вверх. Здесь также вот есть клавиша, которую можно нажать. Теперь необходимо нам снять вот этот узел. Что для этого надо? Вот здесь есть шток. Вот этот шток надо вытащить. Чтобы его вытащить, необходимо снять пластинка. Она вот тут снимается. Вот. Сейчас покажу вот этот. Вот так нажимается. И потихоньку можно его вытащить, этот шток. Вот. В некоторых моделях, вот я видел, там стопорное кольцо ставится. Вот такая вот деталь. А вот здесь вот она как бы защелкивается. Дальше необходимо снять, открутить болты. Так, вон там вот один болт с другой стороны. Второй болт, третий болт и четвертый болт вот здесь. Все, вот открутил 4 гайки. И теперь снимаем. Вытаскивать его. Вот так выглядит педальный узел. Вот он крепится. 1, 2, 3, 4 на 4 шпильках и гайками прикручивается. Дальше необходимо снять вот это вот проводку, можно сказать так. И чтобы ее отсоединить, вот тут есть две такие зажима. Нажимаете и вытаскиваете. Так, вот теперь видно, вон там печка у нас. Отсоединяем вот эту вот фишку. Или колодку, как ее правильно назвать. Вот я отсоединил ее. Для того, чтобы снять печку, необходимо сделать поворот. Сейчас покажу. Вот так. Вот. И печка у вас вылезет. Вот здесь вот самая начинается звездопляска. Для этого надо просто как-то вот вытянуть ее вот сюда. Ну и сейчас сразу покажу, как снять вот эту фишку. Вот эта фишка снимается. Видите, вот здесь заклепка есть такая. Необходимо просто нажать на нее и потянуть. Вот.
чем. И так, как бы показать, чтобы рука не мешала. Вот он вот так насаживается на вал и одевается, ну и или снимается. Вот фишку мы вытащили. Здесь мешает вот этот вот шток. Что для этого надо сделать? Надо его вот в этом месте как бы перевернуть. И так, видно было? Нет, я перевернул. И как бы надеть на этот шток. Вот, надевая шток, потом вытаскиваете его. Все. Вот так вот получилось у меня. Вытащить. Ну, примерно заняло это вот от силы минут 10, наверное. Сейчас поставлю на стол и покажу, как его можно разобрать и как почистить. Вот так вот выглядит моторчик. Он вообще не крутится. Для того, чтобы снять, необходимо вот отщелкнуть вот эти вот, ну как бы, как сказать. Короче, вот эти штучки надо отщелкнуть. Для этого можно взять плоскую отвертку тонкую. И вот так вот вытаскивать их. Отделяем вот этот корпус от моторчика. Просто вот. Моторчик весь в пыли, весь грязный. Сейчас посмотрим, в каком состоянии щетки. Для этого дергиваем здесь. Вот одна из причин. Но это, наверное, не главное, что тут много факторов. Вот такие щетки остались у меня. С этой и с другой стороны. Ну а также то, что произошло, как бы сказать, ржавение подшипника. Вот видите, до этого он крутился туго, я вот брызнул ВД-шкой, и вот тут уже начала выходить ржавчина. Подшипники, короче, тут, можно сказать, закисают. Сейчас немножко разработаю и покажу, как он будет крутиться. Все, щетки поставил обратно на место. Смазал здесь ВД-шкой. И смазал вот... я не покажу. Но вот там внутри такой же момент есть. Вот видите? Вот там. Начал он крутиться более мягко, более плавно. Ну и вообще он крутится теперь. Щетки пока поставил те же. В дальнейшем, может, еще раз придется разобрать и поменять. Сейчас попробую поставлю. Посмотрим, что из этого получилось. Собираем в обратной последовательности также. Все, печку поставил обратно. Фишку ту прикрутил. Ну, то есть поставил ее также обратно. Если видно, все стоит. Соединил вот этот штекер. И сейчас попробуем, включим. Посмотрим, как будет работать печка. Так. Пристегните ремень безопасности. Трасса. Все, печка крутится на всех оборотах. Та деталька, на которой крепится тормоз, здесь вот потертость есть, тоже необходимо смазать. Я вот смазываю таким вот. Вообще это место солидола, вот раньше был солидол, да, вот сейчас стараюсь все смазать вот этой вот смазкой. Вот узел я поставил обратно. Дальше втыкаем вот этот шток, соединяем педаль тормоза
Соединяем их. Вот. Вошел. И делаем вот эту заклепку туда, вставляем. Все, шток у нас стоит. Смазан, все нормально. Дальше вставляем кнопку тормоза. И поворачиваем ее. Ставим обратно фишку. И ставим фишку на педаль газа. Все. Все основные узлы собраны. Так. Все отлично работает. Все, печка собрана, печка работает на всех скоростях, на автомате. Обязательно, когда будете, даже если будете ремонтировать печку, поменяйте фильтр салонный. Он в районе 300 рублей стоит, сейчас может подороже уже. Я обязательно сниму, как это сделать, обязательно покажу. Смотрите другие видео на нашем канале, как ремонтировать Рено. Может, какие-то полезные советы будут. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч!